Всем привет! Сегодня я снова в больнице, у меня прием у моего врача. Сейчас уже 38-я неделя беременности, живот с каждым разом все больше и больше. Сегодня с врачом будем решать, что же делать дальше, потому что ждать, когда родится малыш сам, уже не вариант. Тридцать восьмая неделя беременности, а если точнее 38 недель и 5 дней. Вес записали неправильно, у меня 68,5 килограмм, видимо, я неразборчиво написала. Сегодня 12 июля, вес малыша примерно 3900. Вот здесь вот у меня давление 107,68. И здесь получается 17 числа. Меня положат в больницу и будут вызывать роды. Хочу сейчас пообедать. И вот решаю, съесть бургер, либо пойти в кафе, в котором мы обычно с мужем ходили, когда я была беременна Елем. Либо же пойти вот туда вот через дорогу. Что-то там необычное продают. Не знаю, не знаю. Вот что-то еще новенькое появилось. Эх. А вот еще франкбургер. А выбора много. Не знаю, что же выбрать. Выбрала в итоге все-таки фастфуд. И думаю, что это будет последний раз, когда я ем фастфуд в ближайшее время, так как после родов я планирую взяться за себя, за свою фигуру и сбросить эти 15 килограмм, которые я набрала. В этой сети фастфуда я впервые заметила, что цены здесь выше, чем в Макдональдсе, Бургер Кинге или в той же лотерее. Вот скорее всего для людей делают зонтик для того, чтобы стоять, ждать светофор. Не под солнцем, а под зонтиком. Ну я, конечно, вся грязная. У меня все в кетчупе. Так вот я ем. Уронила телефон прямо в кетчуп. Я молодец. Я уже дома. Завариваю себе чай из листьев малины. Мне его советовали многие мамочки. Говорят, что он помогает шейке созреть, подготовиться к родам, уменьшить количество разрывов, и если пить его в горячем виде, он даже может вызвать схватки, ускорить процесс родов. Надеюсь, что и мне поможет, хотя я его пью уже несколько дней, пока тишина. Также у меня есть финики. Финики мне тоже посоветовали. Сказали, что если есть финики, то тоже этот фрукт помогает шейке матки созреть. Правда, их добавляют обычно в суп. Они вообще не сладкие. Так вот они выглядят, внутри есть косточка. В общем, есть можно, но не скажу, что это вкусно. Но зато от них такой аромат, просто потрясающий. Надеюсь, эта комбо поможет мне поскорее родить. Хотя вот стимуляцию назначили уже на следующую неделю. В понедельник я иду сдаваться, но у меня все еще есть надежда, что, возможно, роды начнутся сами. Здесь у меня и чай, и финики. И я вам еще не рассказала, почему мне будут вызывать роды. ПДР мне стоит 21 июля, в пятницу, а роды будут вызывать 17 июля, в понедельник. Почему? Потому что после первых родов у меня было осложнение, разрыв лона, симфизит второй, третьей степени, я уже не помню. Но после родов я не могла ходить целых 2 месяца, я была прикована к постели. И чтобы этого не повторилось, в этот раз мне будут вызывать роды, так как ребеночек у нас уже 3900 приблизительный вес. Если он родится больше 4 килограмм, то родить сама я уже не смогу, придется делать кесарево, потому что
есть риски того, что Лона разойдется снова. Я снова буду прикована к постели. Я даже вспоминая это, мне сразу становится страшно, не по себе, потому что я прошла через это, я знаю, что это такое. Я никому не пожелаю пережить то, что пережила я. Я полностью полагаюсь на врача, полностью ему доверяю. Он принимал уже у меня роды второго моего сына. И надеюсь, что в этот раз роды пройдут так же, как и во второй раз, а может быть даже легче. Хотя я не хочу загадывать, я этого не знаю. У каждой женщины роды, беременность каждый раз проходят по-разному, даже у одной и той же женщины. Так что не буду загадывать, не буду ничего говорить. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Приходи. Братик, мы тебя ждем. Только вот не так агрессивно. Только не так агрессивно, сынок. Только не так. Ой, самому больно. Ты хочешь его выпихать из животика, да? Чтобы он прям пулей вылетел, да? Скажи, братик, мы тебя ждем, выходи. Батя, я там, выходи. Потрогай животик, обнимай его. Ой-ой-ой, аккуратненько. Никё? А паранинзану Гуэл? С папой здороваешься, да, сынок? Сейчас муж Дорам это смотрит. Вернее, мы это смотрим, а потом я возьму у него небольшое интервью. Сезон 2 나왔어. 시즌 1인 것 같은데? 그치? 시즌 2도 있어. 우리나라 거? 응. 뭐 질문은 여러 가지 있어. 대답할 수 있어? 아니, 한 가지만. 아니, 세기. 우리 세차기 선별 알고 나서 반응이 어땠어? 처음에 아무렇지 않았는데 며칠 지나고 아 큰일 났다 나보다 아 진아가 더 고생하겠다 그런 생각 있어? 어 아들 세 명 어떻게 키우냐 이제 곧 아들 쓰면 아빠 될 건데 어때? 응? 딸도 한 명 낳고 싶지 않아? 아니 싫어? 어 아들 세 명 충분해 딸 필요 없어 이제 딸 필요 없어 이제 또 아들 낳을 거야 맞아 그럴 것 같다 대답해 주셔서 감사합니다 나대님 마지막 인사 말 아들 세 명 잘 키워 잘 키우자 어 화이팅 우리 화이팅 화이팅 на этом мы с вами прощаемся скорее всего в следующем видео вы уже увидите, как проходят роды в Корее нашего третьего малыша. Увидимся с вами. Всем пока!